перед тем, как лететь во Францию, я тут подумал, что мне вот это все не нужно. Вот это, например. Нахер. И вот это тоже, но места много пока что. Когда не будет нужно, я выкину. К чертям собачьим. Все равно можно... Французов. Я выслал тебя после центральных ворот, все спокойно. Поговорить с Даудом, а потом я тебя подберу. Вот французов можно и это... Подходить к ним, говорить «Нахал!» Или «Мсье, я вызываю вас на дуэль!» Снимать белую перчатку, давать по щеке и убегать. Тупым смехом такие. Yes. What is it? I'm here to meet with Dowd. Just a minute. I'll be right out to let you in. Нет, тебе нельзя войти. Ты слишком американистый для нас всех. Мы же здесь все. Точнее, ты слишком живой для кладбища. Тебе нельзя входить сюда. Mr. Dowd awaits you in the family mausoleum. Ты сейчас сам окажешься в мавзолее, чувак. Я слишком крут для тебя. Арр. Арр. Я так и знал, так и знал. Интересно, что это открывает? Двери сами открываются, как-то страшно даже. Сейчас мы тут все взломаем. Сим-сим открылась. Если сейчас мне вот кто-нибудь объяснит, что я, на что я потратил мой инструмент, я буду вообще очень вам благодарен. Потому что... Что это за производитель странных звуков? Здесь живут смурфики. Может быть, это вид телефона, вот смотрите. Сейчас позвоню себе домой. 01. Папа, привет. Что, я не говорил, что... мой папа Шойгу. И правильно, это я бы тогда вам соврал. Слушайте, ну я не знаю, что тут делать. Вообще без понятия. Да и в целях ничего нету. Чё-то какая-то херня, короче. О, могилки. На которых ничего не написано. Это безымянная могила. А вот, смотрите. Билл Ибург, Нобл, Паладин, Лорд Брит... Ух ты, ни хрена себе. Слушайте, мне страшно, потому что я сразу вспоминаю Диабло. И... Бочки. Взрывающиеся. А вдруг я там найду Линдси Лохан? Или более того, например... Ельцина, а то и Путина с Медведевым, вдруг они там бухают, а? Ну, набухающих Путина и Медведева, конечно, интересно посмотреть, хотя это, наверное, не в новинку, но давайте сползаем. Так, два пути. Надеюсь, тут не появятся сейчас зомби какие-нибудь или... Воу. Или... Регина Дубовицкая. Что-то мне больше ничего в голову не пришло, кроме сказать самый изъеденный, нет, не изъеденный, самый старый прикол в мире. Ну, на самом деле, ну не Пугачёва уже опускать, хотя, ну да, куда её опускать-то, её и так уже опустили ниже низкого. И Галкина. Что? Я не могу спрыгнуть. А, вот сейчас могу. Я просто думал, что я толстый слишком, оказалось, нет, оказалось, это слишком... Я слишком умный для всего этого. Так, ничего нету. А, нет, есть, смотрите-ка. Чё, и никаких мумий? Никаких царей-скорпионов? Никаких вам тут, зен-королев... Воинов, или как ее там звали. Хотя она довольно прикольно была, да, сериал. А все остальное безымянные могилы. О, смотрите. Это, видимо, здесь Вашингтон похоронен.
Или как там памятник-то Вашингтон вроде стоит, да, такой? Кстати, он же не напоминает человека вообще. Ух ты, тут еще дырки есть. Слушайте, тут реально какие-то каналы целые конспирационные. Главное не ударить по... и снова по динамиту. Ой, блин. Ты кто? How do you get in? The gatekeeper, how else? Strange. No one's supposed to be working this late. Did he say anything? Not really. Think I should check it out? Oh, don't mind my paranoia. Occupational hazard. I'm sure he has his business. He seemed harmless. Anyway, I scuttled the freighter and destroyed the stockpile of plague virus. Excellent, my friend. We have them on the run. I brought you something for that cough. Hope it works. Ambrosia, you found some. Mr. Dowd, tell me something. Someone calling himself Daedalus has been broadcasting to my infolink. He wants me to go to Paris to find an associate of yours, Morgan Everett. Yes, yes, Everett. We need his help to develop a cure. Who is this Daedalus? I don't know. He seems to be an ally. But if your friend doesn't want to be found... At this stage, we might be out of options. You see, I was able to decipher the molecular signatures Tracer Tong found. And it turns out, Everett was the one who developed the eutactic component of the virus. He developed the virus for the Illuminati? Not exactly. The work was on augmentations. It was Bob Page who wanted to develop it into a weapon. Tong found Page's signature on the virus as well. Page, the billionaire. How does he relate to Majestic 12? He was among the original group of Illuminati who broke off to form Majestic 12. Not so good at the science, though. He must be directing operations. So Everett should be able to reverse-engineer Page's modifications and help find a cure. Exactly. Daedalus says I should find Nicolette Duclair first. Yes. Everett is close to the Duclairs. My suggestion, too. Unfortunately, I've lost touch with the Paris crowd. How do I find Nicolette? She's a member of the French terrorist group Silhouette, last I heard. they're rumored to meet in the Paris catacombs. Great. I'll have Jock drop me off at the catacombs. I'll give you what I have on Nicolette. It's not much. Just a few snapshots of the catacombs area. Я думал, какие-нибудь там из Playboy'а вырезки. Что? Никакого Playboy'а, черт. Я так думал. Так. Забираем все, что можно. В полной тишине взламываем компьютер. Так. Для интересующихся я прокрутил. А, здесь можно уйти. Ух ты, нифига себе. Чё в сейфе? Мужик, чё в сейфе? А? Хочешь пристрелю? Ладно. Не буду. А если там что-нибудь интересное, например... А, какая-нибудь там контрабанда. Ну, например, там... Например, ужин из Макдональдса. Мало ли, вдруг она вдруг Макдональдс запрещен в 2052 году. В гробу похоронили две соевых еды и две содовых. Я подозреваю, что они просто испортились. Поэтому им отдали последнюю честь. О. Ну вот, легкую наступательную... Если, конечно, легкая наступательная граната испортилась, и она взорвется у меня в штанах, то я могу остаться не только без ног, но и... Хотя... Умеют ли киборги... Я же киборг вроде. Ну, полукиборг. Умеют ли киборги размножаться? М? М? Вот такой вот странный вопрос. Так. Но все как-то слишком тихо. Упс. Большая проблема. Кто-то включил разрушающее электромагнитное поле. Все мои приборы вырубились. Источником, похоже, является маленькое здание сразу за воротами кладбища. Выключи генератор поля или его источник питания, или я не смогу приземлиться. Да пацаны, ну вы чё на...
Вы вообще не вовремя как-то. Не понос, так золотуха. Сразу за воротами. Вот скажите, в какой стороне ворот, пожалуйста. Тут столько ворот просто. Так. Включаю невидимость. Знаете что? А, нет, их много. Их слишком много. Окей, я за воротами кладбища. А, наверное, вот эта хрень есть. Снова включаем невидимость, пробегаем. Так, это не она. Окей. Козёл! Чтоб ты сдох! Ну, я бы рад помочь, но... Если это не он, то где? И что? И кто? И за что? Машку за ляжку? Телегу с разбегу? Нет. Может, ее надо сломать. Вау! До чего техника дошла? GC, я скоро буду. В зоне приземления горячо, так что приди ко мне, как только сможешь. Я буду тут тебя ждать. Окей, жди меня. Жди меня, и я вернусь, пусть уходит грусть. А. Нет! Я истекаю кровью! Мужики так застыли. Думают, катсцена, не надо стрелять. Это же рекламная пауза, давайте. И тут музыка должна быть такая, как в Молли играет каком-нибудь. Типа, такая расслабляющая. Как она называется? Лаунж? Let's go. Only Paris wasn't under martial law. A great city it used to be. О, лягушатников мочат! Меня еще успели пару раз попасть. Идиотизм. Сейчас я выйду, у меня голова проломлена, ну вот. И будет совсем уж грустно. Грусть. Теперь, чтобы вжиться в атмосферу французского города, надо картавить. И говорить, месье. Месье. Как вам наши круассаны и кофе? Киса! 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 Хорошо, наслаждайся Парижем. Извини, не мог доставить тебя поближе. Отряд Majestic 12 оккупировал Люци. Направляйся в катакомбы. Силуэт нашел себе укрытие в одной из старых гробниц. Поняла, киса? Не надо со мной играться. Киса. Киса! Пуси! Так. А как мне больно. Да, конечно же. Ладно, раз я тут, то... Индилинь. Поковыряемся двери отмычкой. Окей. Канистра с напалмом. Спасибо вам, просто обрадовали меня. Как хорошо, что я сохранился. Что у нас внизу? О, нифига себе. О, черт! Черт, нет! Как меня разметал, вы посмотрели!